будет вставать, ему все равно, и уходил от меня. Ну, вы можете спокойно сейчас жалобу подать на него за это. Я, к сожалению, этого не увидел. Я вам еще в этот момент написал, вы видите, вы говорите, не МГшки, играйте РРП, я слежу. Я написал, что вон... А только сейчас... Это было один раз, лично на моем открытии это один раз. Он написал после, даже после вашего мне ответа, что говорит, за 20к встану. Вот, это в чате все прописано. Смените ему наказание, во-первых, за уход от РП. Мы не меняем сменщика на большее. Так а если он уходил, если он действительно мешал мне процессуально действиями, писал мне, что у него там документы на... Я сейчас пересмотрю откат. На гениталиях лежат. Посмотрите внимательно, конечно. Что за жесть какая вообще, ну блин. Вот что мне делать, если человек пишет, что у него на гениталиях лежат документы? Я что, к нему полезу в гениталии? Адвокат, вот вы как думаете, как, что мне надо было делать? И прохлопать там все, что нужно. Прохлопать, ага. Ну а почему нет? Ну это так и. И за шланг его дернуть, да? Ну, дернуть. Не, на самом деле реально это не делать. Да ну это бред какой-то. Да ничего, человек максимально там себя вел неадекватно. Потом я ему предложил все-таки не избежать всего этой участи. Он подъехал к банкомату, начал снимать деньги, а потом начал специально тянуть, понял, резину стоять, короче, как будто дурачка из себя строить. Потом начал меня оскорблять, и я уже не стал терпеть, привез его сюда. Все изначально началось, что я попросил снять маску, он снял, потом одел и подошел опять ко мне манерно. Я его задержал, говорю, оплатить штраф, потом уже вижу, что у него там дробовик лежит. И думаю, ну типа, ну это уже все. И потом он начал себя вести оскорблять. Наручники, если не оплачивают штраф 17,7. Да я знаю, это все я знаю. Я и так и делал. Просто он сказал, что я готов оплатить. Все, я его повел до банкомата, он снял наличку. А потом начал меня обсирать, понял? Когда он стоит, я говорю, я деньги считаю. Я говорю, ну, гражданин, я долго буду ждать, говорю, вас. Он говорит, я считаю деньги. Я говорю, какие деньги? Куда вы там считаете? И все, потом уже я его задержал, заломал, он меня начал оскорблять, и я уже повез его сюда. Просто я обалдел с работы администрации, понимаешь? Я типа написал, мне сказали, что я уже здесь, уже слежу, лечу, блин. И как бы тут происходит какой-то дичь, и он сидит, стоит, смотрит на это все. А я дальше должен вот унижаться, как-то слушать эту билиберду. Мне и так хватило все этого в моменте. Так, видно? Ладно, счастливо.